Сири. Кс-кс. Нормально там тебе? Удобно. Удобно? Поедешь с нами? Поедешь с нами? Покажи. Пицца. С нами поедешь? Ребят, всем привет, всем доброе утро. Я тут даже хожу. Вроде нормально пока. Мы сегодня на выходные уезжаем. Денечек. Вот, потом расскажу, покажу. Пока надо собираться, а то болтаю много, а у меня времени уже осталось 40 минут. У нас так все меняется со скоростью света. Что-то сейчас все поменялось, чуть-чуть потом расскажу. Короче, вынесла мусор, чтобы чисто было. Хочется убраться и котов накормить. Куча дел перед выездом. Это вообще. Как всегда, планируешь взять поменьше вещей. Блин, и это надо, и это надо, и это надо. Короче, все сложно. Пока Игорь там дособирается. Он там котиком водичку менял. Вещи все вынесет и поедем. Уже на самом деле выезжать пора. Да я не знаю, решили. Мы хотели вообще как-то покататься, погулять побольше. Но так как у меня нога, решили снять квартирку, чтобы вдвоем провести время, отдохнуть. Вот. Опять попала на очень крутые условия. Женщина уезжает, и ей... нужно сдать, чтобы не ездить, не кататься в выходные. Она на отдых уезжает. И на выходные с семьей. И говорит, давайте я вам скидку сделаю. Давайте на 2 дня. Я говорю, да мы не планировали по бюджету. Мы так на один денечек. Она говорит, я хорошую скидку сделаю. Она говорит, и мне удобнее завтра не ехать, еще отдыхать с семьей, и вы побудете. Ну ладно, я не планировала на 2 дня. Я давай еще быстрее и больше вещей складывать. Так что жду Игоря. Я без макияжа, потому что сегодня, наверное, поменяю образ свой, как хотела. Поэтому я не крашусь, потому что нет смысла. Надо будет мыть голову. Так что, посмотрим. Пока еще все в планах, все так сумбурно, что еще пока ничего не знаю, будете в процессе видеть. Фу, нога болит, тяжело идти. Thank you.
Ребят, ну что, покажу вам, что я решила бахнуться. Вот в такой красно-рыжий цвет. Я уже взяла краску, вот у меня здесь все есть, все готово. Засними меня, вот так я выгляжу, то рыжая, такой стрижка. Ну и потом увидите после. Блин, я уже опаздываю в парикмахерскую. Это пипец какой-то. Я уже покрасила волосы. И сейчас иду в парикмахерскую стричься. Не буду пока показывать, давайте итоговый результат уже тогда. Хотя заснимусь, вот такой цвет у меня сейчас. Такой красновато-рыжий. Я хочу покороче постричься. Вот такой цвет. Красивый. Хорошо видно. Мне хоть захотелось что-то рыже-красноватое сделать. Я с мокрой головой лечу. Там мне высушу. Я уже на месте. Ну что, ребят, это мега коротко. Мне очень нравятся и цветы, стрижка. Супер. Честно, крашусь, будет круто. Домой, на квартирку, вернее. Сейчас буду делать макияж, собираться. Игорь поехал кататься на самокате. У нас же оплачены сутки, и он еще катается. Как вам? Пишите в комментариях. Мне очень нравится. Я решила покушать, потому что я сегодня особо ничего не ела. Сейчас открою Активи, с собой с дома взяла стакан и буду делать макияжик. Вот, я же взяла зеркало. Скажите, что из рода все. Так что у меня тут обед. Ну что, готовы меня разглядеть? Вот такая вот у меня стрижка на удлинение. Вот такой получился цвет. Как вам? Комментарии мне будет очень, ну, интересно почитать, потому что ваше мнение тоже интересно. Правда, я очень такая термоядерная краска, я вот тут вот вся в краске, но мне нравится. Так вот еще можно разглядеть меня. Супер. Очень нравится и цвет, и стрижка, и макияж прикольный. Я поймала блик, немножко уже успела полежать, включила медитирующую музыку, типа мигрень, наверное. Я понимала, что она скоро будет, она мне раз в месяц примерно. Не знаю, сейчас себя слабо чувствую, и вот, наверное, выдвигаться буду все равно, потому что нам надо пообедать где-то, я есть хочу. Мне когда мигрень, мне очень хочется есть. Вот, и вроде сейчас глаза прошли, таблетку выпила, мне притишит, ну так, слабость. Конечно. Игорь там катается. Я ему говорю, ты хоть там пообедай, потому что, блин, сахар как бы падает, когда физнагрузка. Вот, говорю, пообедай там как-нибудь, прервись. Первого прошу всегда что-то поснимать, но он разговаривать не любит, просто так снимать не хочет. Вот, так что да. Не знаю, еще полежать, или я лежала под музыку медитирующую. Не знаю, полежать еще или выдвигаться обедать. Блин, есть хочется. Я понимаю, что сейчас пока доеду, пока мы куда-то определимся, куда пойдем, пока там закажем, пока сделают, пока пообедаем, я бы даже суп поела. Короче, так себе состояние, что за напасть. Как только мы куда-то отдыхать, то у меня мигрень. Бывает. Ну ладно, вроде себя получше чувствую. Сейчас Игоря наберу и поеду, наверное, обедать. Я вышла, вызвала такси. Я вообще не вызываю такси без Игоря.
И я не пойму, мне там показывает человечка. Скрин вам сюда вставлю. Это что значит, я должна выйти туда на дорогу. Буду стоять, как подъедет, с чего пойду. Вообще ничего не знаю. Меня так, знаете, да, умиляет, что у меня много-много дел вообще делает Игорь. Я многое кое-что не умею. Я даже микроволновку включить не могу. Это вот поэтому сейчас мы стараемся больше, ну, по одному время проводить. Вот я его легко отпускаю там кататься, то есть у меня нет загонов, хотя раньше были. Потому что человек должен проживать свою насыщенную жизнь, несмотря на то, что, ну, у меня есть какие-то моменты со здоровьем, он не обязан сидеть, охранять меня. Поэтому, но это не сразу я такая была, это со временем. Просто я так переосмыслила, что мне порой что-то хочется, а он не хочет. Ну и почему я там, да, не должна идти там в магазин или что-то погулять? Жду, сейчас пойду посмотрю, что там. Я уже подъехала, иду. Сейчас посмотрим на реакцию Игоря. Как ему стрижка, как ему окрашивание. Я так и не поняла, он меня увидел или нет. Наверное, нет. Как тебе? Как тебе? Мне причина больше нравится. А? Накрученная? Ну, сегодня я хочу так походить. Как тебе? Прикольно. Нравится цвет? А коротко, да, сзади? Коротко, да, прям? Прям у меня коротко. Да, скоро как ты. О. Как ты? Хороший водитель, очень вежливый. Болтали. Нормально, кстати. Конечно, я сегодня на уколе, на таблетке, блин. Я есть хочу жутко. Кататься будем? Кушать хочу. Да я покаталась, но нога не болит почти, еле-еле чуть-чуть. И цепляется. А что там, фотограф? Тоже хочу фоткаться. Мы идем обедать, Игорь меня чуть пофоткал. Ну расскажи, ты ничего не снимаешь особо? Расскажи, как ты покатался? Как где вчера? Ты был? Офигенно. Ты потом маршрут скрин мне, да? Я два раза покажу. Был на набережной, потом был в пойме. Что-нибудь интересное видел? Потом был до Тюза доехал. Что интересного видел? Ну вот. А, ну мотоциклистов Игорь даже заснял, я вам ставлю. Чё... Должен был сказать, меня увидел, снял стрижку. Да, классно. Ладно, мы в центре. Так много в центре мы никогда не были, как в последнее время. Ищем какое-нибудь место с открытой террасой, где можно посидеть, пообедать. Есть, конечно, вон место Максимум, где мы были. Ну, мы уже там были, неохота. Но там ценник не дешевый, там дорого. Вот. Сейчас поищем что-нибудь. Дорого, но не богато. Пошли пообедать, уже, наверное, даже ужинать. И меня опять начали тушить, но я дождусь своей еды, поем. И, наверное, потом мы поедем домой, чтобы я поспала, потому что меня опять всё тушит сильно. Мама звонила, видела мою стрижку, ей очень нравится, она в восторге. Мне тоже нравится. Так что жду свой супчик куриный. Я сказала суп лапшу с курочкой. Не то, что мне сейчас нужно покушать. Так что приятного аппетита всем. Тоже буду обедаться. Игорь заведет свое мяско, оно будет попозже. Поели супчик вместе, соберем очень вкусно. Мне чуть полегче стало, сейчас покушала. А то мне, правда, сегодня одни таблетки.
то укол, то таблетки. Я уже выдула свой коктейль, очень вкусный, хуба-буба называется. Вот, с мармеладками сверху ее. И жду теперь горячее, пюрешку и мясо заказала. Игорь там всю такую рульку заказал вкусную. Тоже ждем, потому что его именно рулька долго готовится. Так что подождем. Вот такая красота у Игоря. Ну, это в его стиле такая жирненькая рулька. С тыквой и овощами. Красивая подача. Приятного тебе, котик. И вам тоже всем приятного. Мне не хватало, не хватило коктейля, я заказала себе лимонадик цитрусовый. Такая красивая подача. Спасибо большое. Вот. И очень вкусное мяско, пюрешка нежная, кушаем. Вот, Игорь там разделывает свою рульку. Так что отдыхаем. Мы покушали, все очень вкусно. Я подкрасила губы, мы сфоткались и сейчас чуть-чуть сидим, а то объелись, потом пойдем прогуляемся. Мне стало полегче, правильно было поесть суп, чувствую, как мой желудок заработал, ну и вообще. Народу немного, классно, хорошо посидели. Игорь, кстати, покупал себе баранью рульку, как тебе? Вкусно? Что делал? Баранья рулька вкусная? Да? Так сидим с таким окошком. Ну, людей здесь не сильно много, как бы нормально. И, кстати, это опять также бар «Ребра». Мы уже тут были, просто у них открылась летняя терраса, и здесь, конечно, посвободнее, поприятнее сидеть, прикольно. Уф, тяжеленько после еды гулять. Я иду на трамвай, а Игорь, угадайте, куда? На самокат. Мы решили в торговый центр в Ворошиловке смотаться. Вот. А он приедет, короче, на самокате. Перекрестки. Еду себе берем на вечер, на завтра. Вот. Гуляем. Смотрите, что я себе купила. Ляпу. Давно хотела. Приглянула ее. Подумала, нужна ли она мне или нет. И я ее очень хочу. Я сейчас еду домой. А вот Игорь кататься. Вот. А я устала, и мне надо уже отдыхать, потому что мигрень доеду себе, знаете. Вот. Мы еще купили еды. Такси, а сам поедет кататься. Котуля моя. Я зашла домой. Уф, устала очень. Так, Игорь едет, он еще в Европе. Возле Европы. Клевая шляпка. Фу, буду раздеваться. Устала. Ну что, мой муж наконец-таки приехал домой. Гулёна еще тот. Ты такой красный. Красный? Да, я белый. Нет, на камере я так красный. Красный? Заморозил. Я сейчас разберу пакеты. Ну, мы купили тут еду. И сегодня, на завтра. Ну, ярче включи. Я устала тоже. Пришла и не стыкала сегодня подсветка. Вот, и сейчас засниму для вас, что мы купили пожракать. Вот, а еще там у меня цветочки от мужа и клубника. Я тоже покажу попозже. Так, сейчас ждите. Кто такого-то музыка, там басы вообще фигачит. Так, что мы купили? У мамы туалетную. Чипсики. Белые грибы. Это я увидела по акции для свиных отбивных.
Решила домой взять, пригодится. Так, у нас лавашки есть, я их сюда взяла с листьями салата. Вот можно ветчину сделать в лавашиках. Так, конфеты какие-то новые. Решила попробовать. Блин, слушай, прокну? Блин, дальше. Ну, сейчас отсниму. Нет, ты поставь, я пока вот тут прокомментирую. Так, видишь, полосатель взял. Как же без него? Я сейчас сразу что, в холодильник, что не в холодильник. Так, я шоколадочку взяла Рафаэла себе вкусную. А, мы вот такие лепешки берем в перекрестке. Так, понимаете, сразу всем говорю, чтобы нервно, мы сейчас не на диете. Мы на отдыхе. А, так, сок. Я взяла манго гуава лайм личи. А, взяла сырнички на завтрак. И куриные котлетки. Так. Взяла ананасовый сок еще вот такой. А, макаронс на развес взяла в этом перекрестке. Поштучно, вернее. Сыр Хофланд на завтрак. Так, Игорь взял какую-то рыбку. Вот такую вот. Так, и давай, сок. Игорь себе взял апельсиновый. И вот он. И сейчас я покажу вам салат, не хочу их вытаскивать. Короче, я люблю крабовые и какой-то с пекинской капустой. Игорь салат Алекс называется взял. И Игорь взял картошку с беконом и курочку под сыром. Так что вот такие вот у нас покупки в эту квартирку. Чего не сидим, домой заберем. Вот. Ну, мы и сегодня будем ужинать попозже, потому что мы сегодня обедали только. Мы, да, иди купайся, потом я... Короче, мы обедали же в ресторанчике, вот, и это был поздний обед, поэтому попозже туда к холостяку, наверное, что-то похрумкаем. Вот, я устала. Вымоталась, вот, очень помог укол, конечно, и практически нога не болела, сейчас начинает ныть. У меня сейчас проявились синяки на ноге, это жесть. Вот, я сейчас хочу все это разобрать, цветы поставим, и вот бутылку Игорь обрезал мне, потому что я вазу тут не нашла, зато на той квартире было, блин, ваз 5, наверное. Вот, я хочу сейчас все это разобрать и, наверное, может искупаться и отдыхать, лечь на кровати, просто ничего не делать, валяться, болтать, смотреть что-нибудь, ждать холостяка, и вот, короче, отдых у нас. Мы думали, может быть, вечером пойти куда-нибудь гулять или ночью кататься, но нет, нога все-таки болит, Игорь сегодня вымотался, устал, накатался, так что я думаю, что будем отдыхать. Ладно, сейчас все в холодильник разбираю. Так, давайте покажу вам, муж мне купил клубничку и вот такой букет цветов за пятницу. Это, ой, пятницу это он не покупал мне цветы. И вот такой шикарный, красивый букет роз. Они очень пахнут. И, кстати, ну прям видно, что они свежие. Так, я сейчас вот сюда налью водичку, поставлю все и разберу все в холодильник. Вот видите, что у меня с ногой? Так, сейчас фокусирую, вот такая у меня нога. Вот у меня синяки, раз, два, три, пять, шесть, семь, вот так вот идут. Тут синячара, это все. Тут. Жесть, конечно, но ничего, все пройдет. О, ребята, я наконец-то легла. О, как ноги гудят. Игорь там купается. Вот, я лежу на кроватке. Вот, Игорь вам уже сегодня заснял сразу обзорчик, чтобы вам было тоже интересно. Вот. И, короче, сейчас. Понятно вам или нет было? Я что-то, по-моему, не говорила. Квартиру мы сняли в том же доме, что и на день рождения. Только подъезд другой. И выход. Вид. Там туда был вид, а это сейчас больше туда, вот на храм. Вот, покажу попозже. Цветы вообще невероятно красивые. Мне так нравится. Если честно, я такие хотела на день рождения. Именно обычные розы, не мелкие. Вот. Но нигде не было
нормального, ну, именно расцветок розово-желтых. Желтых роз вообще нигде не было, были только мелкие. Так что вот там себе поставила. Я буду с той стороны спать, буду любоваться ими. Вот, так что голова будет. Сейчас Игорь выйдет, и я тоже пойду, наверное, освежусь. Голову, наверное, мыть не буду, но просто освежусь, чтобы ноги отдохнули. Вот, искупаюсь. Короче, вот такие у нас делишки. Хорошо здесь, уютно, чистенько. Вот. Голова раскалывается. Мигрень все-таки. Будет еще отходить очки. Только много всякой подсветки вон там на полу, вот здесь, вот, ну, короче, прикольно. У нас тут ужин, салатики. Игорь там рыбку себе, пивасик. Все приготовил, у меня сок. Ну вот, смотрим, пока музыкальную эту заканчивается, и холостяк будет, ждем холостяка. Смотрим холостяка, но решили сходить, подняться на высоту. Вот, Игорь заодно покурит, а я посмотрю на него. Там сейчас холостяк после рекламы продолжится. Как тебе такая шерстика? С челкой? Супер. А что мне делать? Волосы не мешают. Да, не надо ждет. На фоточку. Такой вот вид здесь красивый, красотища. Ну, тут мы бахали, ну, на соседнем таком. Чего там, чего там? Что там случилось? Кто-то орёт, негативит. Да нет. Назад, наоборот, говорит, выходите. Пошел нахер. Гудит там поезд. Мы сидим на балкончике. Вышли сюда поглазеть на вид. Луна светит так ярко. Сегодня полнолуние. Прикольно. Такой вот от нас ночной вид. Луна. Красиво. Я с воды включила. Полежу, посмотрю на фоне просто. Тут, короче, нет смарт-ТВ, где можешь там сам фильмы выбирать, только телевидение. Можно было как вариант флешечку и скачать фильмы дома, либо ноутбук принести. Ну, что-то нам так неохота, так что смотрим, что есть. Отдыхаем. Решила не пить пока никаких таблеток, а помазать вот сейчас гель, нанести на ногу. Вот так будет и для желудка лучше, и вообще, как бы, вроде он работает. Мы уже спать, так что всем спокойной ночи, скажем. Чуть-чуть в телефоне посидеть, спать. Вот, всем пока-пока.